Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и сегодня вот я не сдержался и купил такую игрушку в Стиме, как Голиаф. Прикольная такая игрушка, мне, ну, как бы, вот по той задумке и по тем картиночкам, видеотрейлеру, которую нам предоставляет, получается, разработчик. В общем, меня это все тронуло, мне стало интересно, думаю, да, посмотрю, что у кого почем. Так, сейчас быстренько пробежимся, чуть-чуть потише звук, новая игра. Да-да-да. Так, здесь картиночка идет, получается, видеоролик в картинках. Такая вот анимация. Ух ты, нас подбили. Мы падаем. Ну ладно, я не буду дожидаться конца. Когда не дожидаюсь конца таких роликов, всегда сразу быстрее. Так, Голиаф и ваша мощь, и ваши лучшие друзья. Еще бы, кто бы сомневался, да. Считай, это мощный экзоскелет. Так, место крушения. Отлично. Где я, как выжил, бла-бла-бла, построить убежище, развести огонь. Так, ага, работа с картой. Так, нахреначьте деревьев, давайте надыбаем. О, прикольно, ребят, офигенно, смотрите. Рука превратилась в топор, да, и я нарубил. Офигеть, ребят, вон, смотрите, или что, или я отдельно его достал, не пойму. Так, 5 бревен собрать, давайте я соберу чуть больше на всякий случай. Классно. Смотрите, раз надо что-то добывать, значит мы сможем что-то строить, я так подозреваю. Это очень интересно. Ну-ка, зайка. Ты-дыц. Вот так вот. К сожалению, именно пушка слабая, такая вот у меня на данный момент. Я так подозреваю на данный момент, но не факт. Получается, револьвер. Так, это у нас ветка куста. Давайте тоже все пособираем. В принципе, я подозреваю, что надо все собирать. Обычно в таких играх вот нужно все собирать. Ничего не бывает лишним. Все это надо делать муторно, так скрупулезно. Смотрите, какая большая птичка. Тдэч. О, она еще и глушается. Нифига себе. Ребят, смотрите, когда я целюсь, срабатывает эффект замедления. Смотрите, противника можете стать невидимым. Они бесконечные патроны. Прикольно. Короче, если я нажму на клавишу 2, то я стану невидимым. Активизирую экзоскелет, и он скроет меня от всех. Будет запустится режим преломления лучей, и меня никто, собственно, не увидит. Это же прикольно, ребят. Как вы думаете? Я думаю, это вообще классно. Так, вот смотрите, типа смола, да? Смола. Хотя, в принципе, естественно, что съели... Или сосны, там, смола при ее срубке текет. Ну, как не совсем при срубке, имеется в виду, если вы повредите ствол. Это да. Пока что все, в принципе, правильно. Так вот, шишечек не хватает. Шишечки должны быть. Так, ягодки. Давайте ягодки пособираем. Ягодки. Так. Смотрите, поставить лагерь на единичку, да, и меня вот куда-то тащат далеко. Далеко-предалеко, возле места крушения. Ну ладно. Давайте поставим там, что поделать. Смотрите, опа-на, невидимость. А теперь ты-дэщ. Проснись и пой. Возможно, немножечко мертвым. Самую малость. Ух ты, классно. Блин, прикольно, из невидимости можно фигачить, стрелять. Смотрите. Сейчас он ко мне подойдет, я такой, не. Он такой, опа-на. Через некоторое время такой, стоять бояться. Блин, да я крут. Наверное. Ладно. Так, ребят, смотрите, вот место крушения. Давайте здесь запидорим наш лагерь. О! Так, положите дрова и заберите уголь. Короче, мне нужно дрова. Сжечь, да? Прикольно, смотрите, вообще классно. Все перевели, постарались. Карта вот есть, вот. Клево, центр. Вообще ништяк. Эксперименты, задачи. Вот бревно, смотрите, это экзоскелеты, походу, да, деревянные. Офигеть, да, это вот надо посмотреть Голиафы. Так, кстати, что-то я увлекся. Давайте восстановим наше количество деревьев. Острая нехватка деревьев в крови. Так. Отлично. Сейчас здесь, по-моему, дохаем немножко. Пошла жара. Вот, классно как.
Так, блин, ребята, вообще офигенная игрушка. Советую всем. Кстати, сейчас на нее скидка идет на момент съемки. Там сейчас действует скидка. По 319 рублев можно взять. Вот. Не знаю, ребят. Я думаю, вот игра, по-моему, даже я бы сказал, что может стоить и дороже. Ну, радует. Вот я люблю, когда вот цена на игру такая небольшая, в пределах 500-ки. Потому что, в принципе, сильно дорогую игру я брать не хочу, потому что мне как бы жаба будет давить, и я буду жопить денег. А вот на такое почему бы и нет. Смотрите на Z и вылечите раны. Все, вылечили, побежали. О. У нас радиус заработал. Нифига себе, ребят, давайте проверим, что кого почем. Это интересно. Грибочек. Что такое? Что рация все еще работает? Нифига себе. Ого, так. Громов, Громов. У тебя получилось. Меня зовут Громов, да ладно. Так, где-где? Я где-то в какой-то жопе. Парень, должно быть, ты здорово приложился головой. Да, блин, чувак, я тебя не помню по причине того, чтобы... Как бы тебе сказать? Потому что я тебя не знаю, например. Так, я выпал с самолета. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Так, ты... Так, ну хорошо, мне пофиг. Так, ребят, не буду сильно вдаваться в подробности. В общем, нас куда-то послали. Давайте посмотрим, куда. Иди на север. Сейчас пойдем на север. Почему нет? Кстати, да, там, наверное, вот та башня. Етить колотить, это кто такой большой? Это кто такой одинокий, скучающий? Так, я к самолету подбежал. Че, у тебя получилось добраться до корпуса? Бла-бла-бла, бьется монстр, ты прячешься внутри. Вздрагивая от страха, перед тобой панель с переключателями, регуляторами и кнопками. В баке есть еще немного топлива, а батарея разряжена не полностью. А, давай врубаем двигатель. Правый двигатель чудом заводится, внутри него что-то взрывается, от самолета отлетает крыло, попадает прямо в монстра и, похоже, убивает его. А ты в безопасности, хорошая работа. Ух ты! Что ж, клево. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребята, наш, получается, самолетик развалился. Вот мы убили этого монстра. Ну, самолету пришел Гитлер капут. Печально, да? Как бы. Ну что ж. Ну ладненько, ладненько. Как-нибудь переживу, я думаю. Как-нибудь все-таки смогу пережить это. Так, побольше, пожалуй, пособираем, да, досочек. На всякий случай, мало ли. Потому что раз в этой игре есть крафт, то, скорее всего, нужно дохерище ресурсов. Так, на пробел, к сожалению, наш персонаж прыгать не умеет. Ну да ладно. Что поделать? Кстати, надо обратить внимание, если я что-то добываю, у меня опыт за это растет или как? Не, по-моему, ни хрена не растет. Значит, только во время битвы. Ну да ладно. Оу, смотрите, уровень 3, да? Это будет твой дом. Нажми один, чтобы на территории базы. Нажал. Дальше. Постройте конструктор Голиафов. Лаборатория, оружейная, гараж. Построить, смотрите, мне как раз всего хватает. Ага, вот наш чертильный аппарат и станок, на котором мы будем творить наше безумство. Смотрите, есть сундуки. Что за сундуки? О, етить, колотить, что вокруг пробежало, вы это видели? Пробежала большая огромная вякушка. Целая свора каких-то паучков. Офигеть, ребят. Палатку. Шкуры добавлено. Так, построить своего первого Голиафа. Бла-бла-бла, собирать новых и восстанавливать в разрушенных сражениях. Хорошо, смотрите. Пока что это вот отдельные детали, да, можно делать. Установить, разобрать новый Голиаф. Так, пока что только деревянный. Вот главное, что парадоксально, вроде деревянный, да, вот из деревяшек до веток строился, а вот эти каркас-то, как бы, которому нашит вот этот вот древесный короб, получается, он все равно металлический. Откуда-то же он его взял. Так, смотрите, легкий подвижный Голиаф из экономичности, экологически чистых материалов. Это да, спецприем. Клавиши делают быстрый кувырок в выбранном направлении. Ага, природа, высокие температуры. При высокой температуре быстро перегревается и может загореться, получив урон. При высокой влажности способен к регенерации. Это печалька. Овердрайв. Счетчик заполняется во время бега. Активация время. Зажать кнопку основной атаки. Хорошо. Голиаф бросает огромный кубулыжник. На 4-м уровне открывается умение.
бешено вращается и на шестом, и ударяет по земле, откутывает корнями. Это на 17-м, понятно. Так. Угу. Ради всего святого. Ладно, ребята, я немножко им помогу поболтать. Мне не терпится отправить свой первый бой. Нажми Т, чтобы переключаться. Ух ты! Офигенно, ребят, вы это видели, да? Удар, shift, сильно удар. Это прыжок. Сухое дерево. Куда меня там ведут? Давайте посмотрим. Зачем такая локация неудобная? Обязательно по дороге надо бежать. Если бы я не бежал по ней, ты чё? Получайте, сучки. Я буду сейчас наказывать. Да, а ты думал. Ха, получи. Так, там еще один остался. На-на! Так, надо разломать все вот это вот добро, чтобы отсюда больше никто... Так, вот и кристальчики, собственно, которые мне нужны. И это хорошо. Так, сейчас я все, пожалуй, все это распидорю. Вот, отлично. Так, кристаллы. Возьму побольше, мало или что? Для каких целей они мне еще понадобятся, поэтому я, пожалуй, запасусь. Так. Смотрите, от того, что я хожу, реально заполняется счетчик. Вон тот самый овердрайв, про который шла речь. Вот в этом пояснительном окошечке. Ух ты, смотрите на буковку Е, да? Она еще быстрее добыл, чем обычно. Еще и ветка выпала. Офигеть. Смотрите. The Dance. Вы это видели, да? А это офигенно, ребят. На нафиг. Очуметь. Классно добывать ресурсы. Можно сразу так вот за небольшой прогон на нового Голиафа насобирать. Классно. Так, ладно. Я возьму как бы на вооружение эту тематику. Так вот, тык-тык. Опс. Упс, произошел небольшой упс. Я случайно задел клавишу Windows. О, смотрите, оказывается, если зажать Е, то он все сразу собирает. Вот так. И вхрюкивает все в себя. Офигенно, ребят. Это очень офигенно. Так. А ягодки, смотрите, не могу дособирать. Ягодки, получается, а, них просто как бы нет, они еще не созрели. Не, хотя вот здесь же есть. Тут же вот есть ягодки. То есть обязательно, да, надо выбирать. Не стоим бы. Куда побежали? Я тебя не отпускали. Так, а ягодки я так могу пособирать? Не, ни хрена, ребят. Ягодки просто топчутся, я просто топчу их, ломаю. Что ж, ладно. Не буду, пожалуй, их ломать дальше. Так, что нам? Починить портал. Добавь новый мир на планету. На карту. Ух ты, нифига себе, ребят. Вы посмотрите, карта и куча миров. Морозные, жареные пески, нифига себе. Отвязная равнина. Перепутье. Подлые леса. И, а меня хотят отправить в мрачноземье. Путешествовать. Смотрите, это стоит определенных, получается, как бы, затрат. В виде кристальчиков, так что не зря их собирают. Так, фракция лесной братство там тусит, нифига себе. Ну что ж, давайте отправимся. Итак, собственно, потратим 5 кристальчиков. Мы куда-то отправляемся. Что-то тут прогрузочка идет. Видимо, мир разработчик обещал, что мир вокруг будет генерироваться, и он будет открытым, поэтому не знаю, давайте посмотрим. Вот у вас уже запустится. Так. О, 4-й уровень, офигеть. И достижение, что такое? Что такое? Отыскать, называют лесное братство. Ох ты, ёпти-мопти. Ну ладно. Так. Смотрите, наша база, получается, как бы ТПшнулась вместе с нами, да? Там какие-то монетки, получается, на карте что-то есть. А, давайте открою карту, да, посмотрим. Так. Там кто-то есть, да? Там, сям. Вот и вся карта, собственно. Вон монетки. Нам кому-то типу надо сходить. Давайте пойдем посмотрим. Попрыгаем, попрыгаем. Прикольно. У меня же он, считай, какой мощный боевой робот. Ё-моё. А, пошли вон, уроды. Сейчас всех вас положу тут. Всех раскрошу. Стоямба. Бояться. Стоять бояться. Нет, это вы должны меня бояться, не я вас. На, мощный удар получи. Нифига себе, это чё? А, у них тут, видите, гнезда. Блин. Чуваки, извините, конечно, я вас
случайно так захерачил. Просто в качестве комплекта. Так. Да. Ой, я что-то совсем все разломал, ребят. Что-то совсем печально. Какой-то я вандал. Чувствую себя вандалом. Я разрушил бедных, несчастных воробушков. Давайте посмотрим, я что-то могу с этим сделать гнездом. А нет, получается так, что в принципе ничего страшного, можно смело ломать. Они все равно бякушки, бяки-буки. Слушайте, какой крепкий парень, а. Я его хрен убью. Да, в Голиафе было их проще убивать. Стоять. На, получи. Умри. Нет, я не могу, да, его уничтожить, домик, без Голиафа. Ах ты сволочь. Получай. Ай-яй-яй, он разломал моего робота. Етить-колотить, ребята, мне нужен новый робот. Новый робот. Валю отсюда быстрее. Офигеть, ребят, новый робот. Просто к херам разлетелся. У меня на X есть что-то там по поводу починки, давайте проверим. Нельзя использовать. Блин, наверное, надо было его использовать, пока у меня еще был робот. Печалька. Ну да ладно, ребят. Сейчас попробуем заодно и починим. Посмотрим, как этот принцип работает. Так, кстати, а в сундуках что-то есть или все, да? А, все, типа, да, по принципу забрал. Свободен, гуляй. Ну ладно. Что поделать. Давайте посмотрим. А, восстановление, да, вот есть. Смотрите, открылось сразу у нас как пунктик. Разобрать. Восстановление стоит 4-4. Чинить. Опаньки. Наш робот готов. К бою, труду и обороне. Так, пожалуй, ребят, побольше пособираю этих вот комплектующих для нашего робота. Потому что вот еще раз на каких-нибудь бякушек нарвусь вот так вот. И чувствую, не факт, что я благополучно с ними справлюсь. Всякое может быть. Поэтому давайте сейчас всех тут расхомячу. Конкретно так размотаю. Так, тут скелет. Видимо, они уже тут не первых убивают, уроды эти. Получи, получи, сволочь. Скелет охраняет сундучок. Интересный сундучок какой. О! Я их еще и разобрать смог. Ребята, вы это видели, да? На костяки. Костяшки. На костюшинские. Так. И пошел вон, готовишь новых засранцев. Пошел нафиг, давай, получи, получи, сволочь. Куда побежал? Вот так вот. Так будет с каждым, кто крошит на меня батон. Все уже это знают давно-давно. Нельзя на меня крошить батон. Это ничего, да, нельзя разломать. Смотрите, у нас есть индикаторы в том или ином виде. Который у нас находится, получается, поверх. О, камушек, смотрите, камешек. Камушек, камушек. Ой, даже руда выпала. Офигеть, ребят, это вообще классно. Блин, не знаю, ребят, вообще офигенно. Я просто тащусь от этой игры. Разработчик просто красавчик. Вообще офигенный хит сделал. На мой взгляд, конечно. Потом наверняка будет не согласен, но мне кажется, игра просто потрясающая, ребят. Вы посмотрите только на это. Я просто разломал эти сраные камни в ебеня своими руками. И наверняка из них потом сделаю следующего робота. Офигеть. Так, это типы, вендоры, да, всякие, все такое прочее. Ну вот я их нашел, это лесное братство, и что дальше-то делать? Так. Торговец, у тебя недостаточная репутация для торговли, значение пятерню. Кому нужна пятюня? Ему нужна пятюня. Вы понимаете, да, ему нужна пятюня. Ну-ка, я себе булыжник брошу. О, классный навык. Так, воин. Пиу-пиу, нифига себе, рада приветствовать тебя, незнакомец. Добро пожаловать. Выглядишь ты дружелюбный, никто не знает. Никто не знает, но кто знает? Кто-то знает наверняка. Могу я узнать, что ты делаешь в этой части темных лесов? Ну как я что это делаю? Звездюлей ищу. Приключения на попку. Так, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Что за чудик? И где, черт побери, ваш лидер? Так. Да, конечно, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, окей, давайте будем более-менее дружелюбным. А, тем самым мы как бы покажем окружающим, что с нами можно вести дела. Что мы не подонки, не подлецы. Что все хорошо. Превращусь, пожалуй, я в человека.
поползаю. Здесь вроде как бы врагов нет, поэтому попробуем так походить. Ни хрена себе, ребят, смотрите, и какой я, и какие они, да? Теперь робота. И сразу как бы, да, вот все уравновешивает. Робот, то есть как бы рулит. Так, что надо? Требуется курьер, доставь вещи, получишь бабки. Базара ноль, ёпти. Давай задание. Так, а я могу вас обшмонать? Если я все заберу, то что будет? Ничего не будет? Ну и ладно. Я просто вас обокрал. Следовать за экспедицией. Какой экспедиции, куда и зачем следовать? Давайте в робота. А то эти бяки-буки, вон, видите, что творят. На, получи. Получи, ребят, надо подчиниться. Вот, есть, я починюкался. Охренеть, ребята, смотрите, 14 уровня. Сейчас размотает меня нахрен, да и все. Скажет, что так и было. Новая партия пришла. Так, надо избавиться от этих несчастных уродов. И заодно разрушить их гадюшник, который их производит. То капец, я так сколько с ними буду биться. Катился навык, нет еще. Промах. Я тебе покажу промах. Сюда иди. Так. Паучок ядовитый, похоже, он за мной заинтересовался. Ай-яй-яй, он плюется. Тварь, попал. Ребят, он меня попал, скотина. Куда ты пошел, сволочь? На, получи. Зараза. Офигевший совсем, типа, а? Нельзя же так делать. Так. Ой-ой-ой, молния ударила. Так, ладно. Бежим дальше, ребята, то я это... так подохну скоро, если так увлеченно буду вести бой со всеми подряд. Они спят, типа, да, ночь настала, они типа спят. Окей, что ж, попробуем их проигнорить. Воу-воу-воу-воу-воу, у меня вот прокачался этот навык. А чё, как его юзать? Да юзать-то его как, ёпти, я ж не знаю, какую кнопку надо нажимать. Ну ё-моё, я так не играю. Нет. И не так. И не так. И не правая кнопка мыши. Не знаю, ребят, как активировать. Понятия не имею. Уроды. Стоять. Стоять, я сказал. На камушек. Сейчас мы попробуем скрошить, ребят. Я им сейчас устрою в Урпульги его ночь. Получи, подонок. Подлец. Фух. Все, ребят, вроде размотал. Офигеть. Так, что это? Ого, а что паучок отдельно дополнительно? Смотрите, обрисовывается на карте. Нифига себе, сколько почестей ему. Так, оно булыжником на... На, получи, зараза. Так, хитин. Смажный мне он еще понадобится в будущем. Так, там что-то есть. Смотрите, какие-то сундуки, походу, да? Куча мусора. Ай, отить, колотить. Это что за дяденька злой такой? На, получи тоже булыжником. Ой-ой-ой. Ребята, он бросается чем-то огненным. У меня же все-таки как-никак деревянный Голиаф. Надо это... Ну-ка, двушечку лови. Получай, получай. Да, давай, отхвати. А, на тебе. А, дождик типа идет, да, поэтому я регенюсь. Фига себе, это офигенно. Тогда я его, пожалуй, замотаю сейчас хорошенечко. Вот как все-таки супер-пупер атаку произвести, я так и не знаю. Ну, смотрите, ребят, я его загасил. Кучу всякого какого-то хлама получил с него. В целом неплохо, я так считаю. Кристальчики, да, вот смотрите, месторождение кристальчиков. То бишь, как бы, тут вот куча всего всякого интересного на картах находится. Вот там только смотреть. Вверху тоже что-то есть. Смотрите, какая-то сокровищница. Ага, хер там с 2 здесь никак не пройти. Ай, автосохранение. Пугает меня. Давайте попробую обойти. Всякое можно обойти. Всегда можно везде все обойти. При желании.
Давайте попробуем. Смотрите, тут дом, да, был? Нифига себе. А ну-ка, разрушься нахрен. Ага, не ожидали, да, уроды. Получай, вертухай. Ща я вас тут всех положу, уроды. Вот так вот. Кто бы сомневался, что я вас смогу завалить. Игровой автомат, да? Но туда еще зайти надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Бомба или что это было, я не знаю, ребят, точно. Смотрите. Там мина. Представляете, я подорвался на мине, чуть не сгорел. Чуть в очередной раз не потерял своего робота. Офигеть. Так делать нельзя, ребят. Так. Как мне туда попасть? Может, человеком зайти? И спрятаться. Ого, ребят, здесь чуваки злые. Пожалуй, надо валить отсюда. Да. Это только если... получается, сейчас откатится у меня невидимость. Я зайду туда, в человеке. Под невидимостью. И... Так, ну хоро там собирать, жадничать. Я захожу, так, тихо, мирно. Все как бы хорошо, да, все не предрешает беды. Потом такой... Оба-на, вертухай! И погнали месить, ребят. Сейчас я научу их родину любить. Ай, похоже, меня научили. Причем со скидкой. Козлы. На, сволочь. Да, ребят, все так просто. Потому что я остался без робота. Я никак вас здесь не восстановлю, да и не вызову. Блин. Так, ребят, что такое? Смотрите, вот экспедиция, курьер. Придется обойти, я же здесь по этим ходил. Давайте попробую своим пешком как бы добежать, посмотреть, может прокатит. Да. Голиафа надо, конечно, более крутого. Тот, который сейчас есть у меня, он оставляет желать лучшего. Печалька. Петелька, петелька, петелька. Так. Вот жаль, я не могу передвигаться как-то побыстрее на своих двоих. Это очень печально. И прискорбно. Так. Давайте где-то здесь вот я скостил же путь сюда. Сейчас попробуем обойти. Ё-моё, смотрите, опять пауки. Все, капец, он меня заметил. Невидимость, надо убегать, уползать. Фух, как хорошо, что есть невидимость. Это вообще офигенно. Смотрите, там тоже он, паук, прячется. На радаре у меня отмечается. Сволочуга такая. Будь он не ладен, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ой, ой. Что, стой. Со мной болтай, да? Не самое выдающееся, но... Перебить. Окей, братан, ты видишь, на меня нападают. Ты чё, вообще похер, что тут меня чуть не убили? Эй, я же говорю тебе, своему великому. Перебить. Ладно, уйти. Попасть на лесу. Нет. Я не буду нападать. Мне нужно эту сраную экспедицию найти. Ух ты, нихрена, тут куча золота. Так. Помните секунду. Получается. А, здесь никого нет. Как бы, да? У нас тут никого. Пожалуйста, все валяется. Есть только лис, который на страже. И, собственно, все. Блин, я, конечно, без экзоскелета его вряд ли убью. Так, сразу все время бла-бла-бла, бла-бла-бла. Идти предмет собирателя бра. Ягода. Следовать за экспедицией. Ой, чё это? Куда меня хочет тащить? Да, давайте я сюда вернусь, когда у меня будет экзоскелет. Пожалуй, я немножечко обанкрочу этого парнишу. Мне главное сейчас не потерять вот момент, где вот можно аккуратненько перейти.
Так, зайдем сюда. Это вот здесь вот уже, в принципе, еще чуть-чуть до целка осталось выйти на... Ой, ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, вы это видели? Я чуть на паука не попал. Блин, они, по-моему, за мной следят. Смотрите, сколько здесь. Ё-моё. Все, капец, сейчас за мной побежит. Стоять. Подумай о жизни. Подумай обо мне, не трогай меня. Дай мне уйти. Невидимость. Фух. Так, куда меня вообще тащит? Ага. Лагерь вот здесь вот, да? Чуть-чуть осталось до него дойти. Фух, вот мой лагерь. Ура, я в безопасности. Вы не справились с заданием. А, короткая которая. Ну его нахер. Так. Давай починим тебя, несчастный. Ты наш. Так, что касается экспериментов. Ох-ох-ох, что тут нужно поджечь деревянного голиафа в зимнем биоме? А, это чтобы открыть новые вещи, да? Смотрите, 9 уровень. Открывает тело, убить 20 врагов огненным оружием. Угу. Убить 5 пустынных големов в деревянном голиафе. Понятно. То бишь, как бы вот таким макаром мы должны все открывать. Хорошо. Давайте я сейчас в него быстренько метнусь. Дождик идет. Он меня восстанавливать будет тут, мои жизнёшки несчастные. И я быренько сейчас попробую ограбить там. Так, сейчас сверюсь с картой. Чуть-чуть отошел от плана. Чуть-чуть сюда повыше надо. Не настолько высоко. Ну, в принципе... Ладно, ребятишки, сейчас всем вертухай выдам. Ну все. Не хотел я вас убивать, вот зачем вы на меня нападаете? Так, а нет... А, ну да, сначала пойду ограблю Типалыча. А потом подумаем, что дальше делать. Так. А вот тот самый, который нас смотрел. На, получи, ёпти. Ёпти-мопти. Получай, получай, получай. Что, не нравится? А, вот еще получи от меня дополнительно. Так. Давайте замолчим и перебьем ее. На, скотина. Получи, вертухай. Ага. Теперь булыжничком. Опа, на, ёпта. Репутация. Ой-ой-ой. Я немножечко репутацию потерял. Надеюсь, оно того стоило. Да? Будем надеяться, что да. Странно, вот как я мог репутацию потерять? Ведь, в принципе, я же убил зачинщика. Следовательно, как мертвые-то могут за меня отследить? Непонятненько. Кучка золота. Монетки. Тоже наше все будет. Так, собственно, нагружается подземелье. Интересно, интересно. А вот что меня ждет в подземелье, вы увидите в следующей серии. Так что на этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои мысли в комментариях. Всем пока-пока.